Здравствуйте, это программа «В фокусе событий», меня зовут Анатолий Никитин. Новый год уже скоро, а значит, можно немного праздничного декора в студию добавить. Вот, прекрасная елочка. Да, под ней не получится встать в веселый хоровод, но и нечего на рабочем месте танцы устраивать. Для этого другие места есть. В этом году новогодние праздники из офисов переедут в рестораны. Если в 2022 компании преимущественно проводили мероприятия на своей территории, то в 2023 организации пересмотрели подход к празднованию. Всего же, согласно исследованию SuperJob, 80% российских компаний планируют проведение новогодних корпоративов, то есть вообще где-либо. Что касается ресторанов, то в Казани провести праздничное мероприятие в этих заведениях планирует каждый третий работодатель. Правда, 18% сотрудников организации столицы Татарстана все равно будут веселиться в рабочих помещениях. Хотя, может быть, они как раз в ресторанах и работают. По данным опросов, каждой пятой казанской компании корпоратива не будет вообще. Праздник как бы приходит, но не ко всем. Казалось бы, есть повод для грусти, но тут интересное совпадение намечается. Согласно другому исследованию, которое провела Русская школа управления, каждый пятый опрошенный сотрудник в России не пойдет на новогодний корпоратив. Не потому что его не будет, а потому что не хочет. Как пишут «Известия», основная причина – нежелание тратить на это свое свободное время. Также кому-то просто не интересен формат, кто-то не хочет общаться с коллегами и руководителем в неформальной обстановке, кому-то мешают семейные обстоятельства, а кто-то элементарно не любит праздники. А значит, отсутствие корпоратива их и не особо расстроит. По данным аналитиков, в 2023-м интерес к проведению новогодних корпоративов год к году вырос на 30-50%. Площадки для них искали почти вдвое чаще, а ведущих втрое. Как отмечают эксперты, год назад бизнес был в высокой степени неопределенности. Сейчас прошла адаптация, и мотивации персонала уделяется особое внимание. В комментарии «Коммерсанту» старший консультант «Магнум Хант» Ксения Уральская называет корпоративы инструментом нематериального поощрения в рамках HR-политики. Сейчас представители бизнеса рассматривают их и как сигнал для коллектива о том, что компания готова вкладываться не только в сугубо рабочие процессы, но и в эмоциональные благополучия команды. Такой подход важен в условиях дефицита кадров во многих отраслях. Не случайно затраты на праздничные мероприятия увеличились на 15-30%. Дело даже не только в инфляции, но и в готовности бизнеса тратить на развлечения больше. Тем более, что сами площадки старались сдерживать цены на свои услуги. Инфляция идет, но мы опять-таки не можем повысить цены настолько, насколько они для нас подорожали. Потому что в таком случае в вашем бы ответе было бы еще больше, что вы сдержались или бы снизили бюджет свой. И поэтому цены остались почти на уровне прошлого года. Еще этот Новый год не отпраздновали, а многие компании уже бюджет на корпоративные мероприятия следующего года формируют. По данным опроса сервиса SuperJob, почти 40% компаний планируют провести корпоративы в 2024 году. Причем больше трети респондентов уже заложили бюджет на мероприятия. Как сообщает «Коммерсант ФМ», доля предприятий, которые планируют выделить деньги на праздники, выросла на 10% по сравнению с 2022 годом. Чтобы дать сотрудникам и хлеба, и зрелищ. Если брать развлечения, такие бюджетный вариант, где небольшой, невысокий средний чек, то там где-то порядка 10-15% закладывается на зрелище. И, как правило, это программа общая, где, куда входит ведущий, Дед Мороз со Снегурочкой и артисты. Но если чек средний повыше, то в таком случае приглашают уже более популярные группы, кавер-группа, как правило, это. И там уже до 25-30% может быть. Но выше в составе расходов пока у нас таких не было. Так что считаем бюджеты и дни до праздника, чтобы весело-весело встретить Новый год. Там, правда, согласно еще одному опросу, каждый 11-й казанец встретит Новый год на работе. Надеюсь, это буду не я. Но если что, у меня тут и елочка имеется. Это была программа «В фокусе событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно.